Российским военным запретят пользоваться смартфонами. Депутаты планируют запретить офицерам и солдатам выходить в интернет на службе. С помощью нового законопроекта, который прошел второе чтение в Государственной Думе, народные избранники рассчитывают защитить стратегическую для страны информацию. Военным могут запретить иметь при себе не только телефон, но и любые электронные устройства с выходом в интернет. Например, планшеты и ноутбуки. Передавать фото, видео, текст или геоданные будет запрещено. Разработчики законопроекта считают, что так можно раскрыть подробности службы. Подобные запреты коснутся и членов семей военнослужащих. Им запретят в сети обсуждать любые подробности работы родственников. За нарушение требований предусмотрена дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения. Как сообщается на сайте Госдумы, военнослужащие предоставляют особый интерес для иностранных спецслужб, террористических и экстремистских организаций.